Рига. 20-летняя киевлянка Ирина Дерюгина лидирует в соревнованиях на Кубок СССР по художественной гимнастике. Всего 0,05 проигрывает ей. Стало привычным последние несколько лет. Спор за первое место ведут по существу две гимнастки. Киевлянка Ирина Дерюгина, 20 лет, абсолютная чемпионка мира 1977 года, четырехкратная абсолютная чемпионка страны. И Галима Шугурова из Омска, 25 лет, абсолютная чемпионка мира 1973 года, четырехкратная абсолютная чемпионка страны. Сейчас, значит, группа... Иру тренирует мать, Альбина Дерюгина, заслуженный тренер СССР. Пятнадцать лет работает с Галимой заслуженный тренер СССР Галина Горенкова. В 1973 году на своем первом чемпионате страны Ира Дерюгина заняла лишь 22 место, а спустя два года победила абсолютную чемпионку мира Шугурову. И с тех пор Галиме ни разу не удалось вырвать победу. Может быть, сегодня, на этих соревнованиях? Галима Шугурова. Ирина Дерюгина. Их спортивная биография начиналась по-разному. Обычно всех приводят в зал. Меня просто принесли, потому что ходить я еще не умела.
Так как мама была тренером, оставлять меня было не с кем. И учиться ходить я начала в спортивном зале. Сначала я все воспринимала как игру. Мне очень нравилось, как девочки играют с предметами. Мяч, лента, обруч. Все это красочно и очень красиво. И меня очень привлекала именно тренерская сторона, хотя я была очень маленькой. Мне хотелось помогать маме, что-то ей, им оказывать помощь. Пусть маленькую, но помощь. До 62 года я не имела представления о художественной гимнастике. И в секцию при спортивном клубе «Красная звезда» меня привели девочки, одноклассницы. Пианистка всегда говорила моему тренеру: «Выгони эту девочку, это гадкий утенок, из нее ничего не получится». Но тренер не выгоняла. Впрочем, и самым опытным не всегда удается в таких девчушках угадать будущих чемпионок. Ставили. Наташа, не засыпай, не засыпай. И раз носочком. Девочки, послушайте меня внимательно. Когда назад гнетесь, как носочек натянуло впереди... Ира и вовсе поначалу занималась не гимнастикой, а балетом. Правда, упорно тренировала своих кукол. И гнетесь вы очень плохо. Два плеча ровненько назад. У Наташки кривая нога впереди. Наташа. А Галима играла однажды с мальчишками в «Казаки-разбойники». И пришлось ей прыгнуть со второго этажа. Сломала ногу. Но гимнастику не бросила, наоборот. Тогда-то, едва поправившись, и начала тренироваться всерьез. Показала характер. Правую все ножку поставили, Люся. И гнемся назад, ручку открываем. Пике! Носочек, подъем! Акцент! Наверх! 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 Сутенью в пол, летящая, сутенью и карте, порте-порте-бра. Сутенью в пол, сутенью на эфасе, сутенью на карте. Повернулись, порте-бра, левую руку, пожалуйста. Полетели, полетели! Полетели, я говорю, они сели. Раз. Порте-бра. Продолжаем. Тренируется сборная СССР. Идет напряженная работа. Тут и нужен характер, иначе не достичь результатов, которым ведут тренеры. Хореограф сборной Виктор Иванович Сергеев. Очень нравится задумчивость Галимы Шугуровой. Мне нравится ее талант. Мне нравится ее природная гибкость, прыгучесть, удивительная координация. Абсолютно не похожа на Галиму Шугурову Ирина Дерюгина. С царственной посадкой головы, с великолепной хореографической культурой движения, с какой-то театральной экспозицией, я бы даже сказал. Но та и другая спортсменки, спортсменки большие, спортсменки, которые не только несут честь нашего высокого знамени спорта, но и дарят людям красоту, дарят людям счастье, воспитывают прекрасное. Выросла в спортивной семье. То, что мне нравилось, что у папы очень много медалей. Мне очень нравилось играть с ними. То вот эта любовь к спорту, именно к спортивной борьбе, видно, победила. Что я ушла из балета в спорт. Потому что мне очень хотелось, чтобы у меня медалей было больше, чем у папы. Папа с мамой
не интересовались спортом. На мои тренировки они не приходили. Но папа всегда меня провожал на соревнования и встречал после них. Папа был очень строгий. Мама нет. Ну, мама, наверное, как и все мамы. А папа был строгий. Даже тогда, когда я стала чемпионкой мира в отдельных видах, а это было в 69-м году, я училась тогда в 8-м классе, за опоздание домой на 5 минут меня строго наказывали, ставили в угол. Что, Валер? Будешь 540 крутить, так крути 540. Что ты, Ира? Так же нельзя выполнять. Возьми переход, пожалуйста, отсюда и войди в поворот. Ирина любит импровизировать, вносить в, казалось бы, законченный рисунок смелые неожиданные элементы. Спокойно. Не надо суетиться там, Ира. Ты понимаешь, ты на том месте суетишься, можешь поскользнуться, все что угодно может быть. Нельзя так. Нужно очень спокойно. Ну зачем ты здесь все так сердитая? Легче ногам или нет? В спорте, как и в жизни, интересна личность, борьба личностей. А личность складывается не только на тренировках. Надо многое передумать, пережить. Надо через многое самому пройти. Какие хорошие выросли дети. У них удивительно ясные лица. Должно быть, им легче живется на свете. Им проще пробиться. Им легче добиться. Положим, они говорят, что труднее. Экзамены, всякие конкурсы эти. Быть может, и верно. Им, детям, виднее. Но очень хорошие выросли дети. Давай, спасибо. И опять высоко. Чуть дальше. Все вверх. Три. Четыре. И вот сейчас хорошо. Ирище. Раз. Хорошо. Точка. Держи. Трудолюбие и упорство – это Шугурова. Держи на двух ногах. Достаточно нескольких секунд, чтобы увидеть прекрасное, говорит она. А чтобы создать прекрасное, нужны годы и большой труд. Речь немножко вставай, больше руки, чтобы были параллельно между собой, когда наклон. На раз. Подними мяч, его не видно.
и... В этом перекате кисть далеко, он прямо скатывается с тебя, и все. Давай самый последний поворот, перекат вот этот. Подними чуть выше руку. Ты рано начинаешь отводить, Галя. Разные характеры, темпераменты, манера настраиваться перед решающими стартами. Ирина Дерюгина постоянно нацеливает себя на максимальный успех. Я сейчас ни на что не нацелена, и о будущем стараюсь пока не думать, скажет Галима Шугурова. Разные. И, может быть, сами они даже не осознают, в какой мере необходимы друг другу в спорте. Последний выход на помост. Галима Шугурова. Если есть спортивное счастье, то должно, наверное, существовать где-то рядом и злосчастье. Девять и 25 сотых. Оценка Галимы Шугуровой. А выступать готовится Ирина Дерюгина. А что покажет Дерюгина? Умение предельно собраться, сосредоточиться. Как раз это ее сильнейшие спортивные качества.
спорте всегда так. Высокие минуты радости, счастья тренера и победителя, а рядом чьи-то огорчения, порой слезы. Ведь даже на почетном пьедестале неизбежно стоят победители и побежденные. Закончился 15-й розыгрыш Кубка Советского Союза по художественной гимнастике. И вновь его обладательницей стала Ирина Дерюгина, город Киев, 38,7. На втором месте Галима Шугурова, 38,2. В последнее время мне немного не хватает для победы. И думаю, что все, хватит. Уже сделал для гимнастики все, что мог. Но проходит время, берешь себя в руки, и появляется надежда, появляется уверенность, что на следующих соревнованиях этого чуть-чуть не хватит уже моим соперницам. Впереди, через несколько недель, был европейский чемпионат. В Мадриде на первом чемпионате Европы по художественной гимнастике звание чемпионки завоевала Галима Шугурова. Их спортивный диалог далеко еще не окончен. Новых побед вам, Ирина и Галима! Ведь победа любой из вас – это торжество гармонии и красоты.